Украину ждет дефолт, если она вовремя не вернет России долг по обязательствам в 3 миллиарда долларов. О том, что позиция Москвы в этом вопросе неизменна, заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он еще раз акцентировал внимание на том, что обсуждать с Киевом реструктуризацию долга руководство нашей страны не намерено. Все это Песков сказал, комментируя по просьбе журналистов очередное высказывание премьер-министра Украины Арсения Яценюка. Тот ранее сегодня публично предлагал России пересмотреть условия возврата долга, утверждая при этом, что часть суммы вовсе должны списать. 3 миллиарда долларов, которые Россия должна реструктуризировать и также частично списать, остались нерешенными. 29 октября мы предлагаем Российской Федерации еще раз принять для себя решение. Хотят они получать те условия, которые мы предложили всем кредиторам, или они считают, что они уникальные? Если они считают, что они уникальные, мы готовы к судебному рассмотрению дела. Буквально в начале месяца тема обсуждалась на уровне министров финансов России и Украины. И тогда Антон Силуанов опять же напоминал, что невыплата долга равна дефолту, и наше государство в таком случае будет вправе обратиться в суд. А Киев с большой долей вероятности лишится возможности получать займы по линии МВФ. Речь, напомню, идет о сумме в 3 миллиарда долларов, которую Москва предоставила Киеву в 2013-м для экстренных мер по стабилизации экономики.